У трапа самолета лидера Кремля с хлебом в солью встречают девушки в национальных костюмах. Лично приветствовать своего союзника приехал и Александр Лукашенко. Путина сопровождает правительственная делегация. В ее составе министр обороны Шойгу и глава российского МИДа Лавров. Эту поездку Путин откладывал несколько раз, но сейчас решился, так как Беларусь необходима России прежде всего в качестве возможного плацдарма для повторного наступления. С 24 февраля текущего года Россия активно использует инфраструктуру белорусских вооруженных сил. Встреча Путина с российским командованием, визит Шойгу и встреча Путина и Лукашенко свидетельствуют о новом этапе в представлении, планировании и ведении войны и могут предвещать возобновление наступательных операций против Украины в ближайшие месяцы из официального аналитического отчета Американского института изучения войны. 13 декабря Лукашенко объявил внезапную проверку боеготовности армии Беларуси. Учения проходили на северо-западе страны, вдали от границы с Украиной. Длились они шесть дней, как раз до визита Путина. В Генштабе вооруженных сил Украины не исключают, что Беларусь проводит подготовку к участию в войне против Украины. Но специалисты британской разведки оснований для этого пока не видят. Беларусь сыграла ключевую вспомогательную роль в наступлении России на Киев 24 февраля 2022 года. Однако учения белорусских войск и российских подразделений в настоящее время вряд ли составят силу, способную провести новый успешный штурм севера Украины. Из официального отчета британской разведки. Командующий объединенными силами Украины Сергей Наев считает, что переговоры между Путиным и Лукашенко 19 декабря это попытка лидера Кремля уговорить своего союзника открыто вступить в войну с Украиной. На наш, погляд, ходе... На наш взгляд, в ходе этой встречи будут отрабатываться вопросы дальнейшей агрессии против Украины и более широкого вовлечения вооруженных сил Республики Беларусь в операцию против Украины, в частности, по нашему мнению, и на суше. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк не сомневается, что эта встреча подчеркивает поддержку Республики Беларусь намерений России повторить наступление. «Повестка дня достаточно банальная. Это максимальная поддержка Республики Беларусь наступления в любом виде. Это могут быть информационные кампании, как мы сегодня видим, достаточно много. Это могут быть тренировочные мероприятия, как мы сегодня видим, очень много. То есть передвижение белорусских войск в рамках учений. Или это может быть вторжение даже сухопутное». В Генштабе ВСУ не исключили, что Минск готовится к войне против Украины еще с середины октября на территории Беларуси Россия наращивает контингент своих войск. Но сегодня Украина готова защищать все свои границы. Защита границы как с Россией, так и Беларусью – это тоже постоянный приоритет. Готовимся ко всем возможным оборонным сценариям. Кто бы к чему не склонял Минск. Это им также не поможет, как и другие больные идеи в этой войне против Украины и украинцев. На открытой части встречи Путин и Лукашенко говорили об увеличении товарооборота, развитии атомной энергетики и сотрудничестве в космосе. Но в рамках визита была запланирована и беседа ТЭТ АТЭТ. На ней, по мнению военных аналитиков, как раз и шла речь о полноценном участии Беларуси в войне с Украиной. Наталья Гусок Владимир Штенгелов для телеканала Фридом.